Соревнуются юные. Славянская детвора во время каникул с радостью занимается спортом. Девизом состязаний, которые прошли в 5-й средней школе, стал лозунг «Никто, кроме нас». На соревнованиях побывала наша съемочная группа. В соревнованиях «Веселые старты» в 5-й школе Славянска на Кубани приняли участие школьники, посещающие лагерь дневного пребывания. На торжественном открытии ребят сердечно приветствовал председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Вы сегодня участвуете в таких патриотических мероприятиях, сегодня пребываете в лагере. Я хочу нацелить вас на то, чтобы вы хорошо учили историю. Ну, конечно же, знали своих отцов, дедов, прадедов, которые отстояли для вас мирное небо. И сегодня вот перед вами действительно настоящий наш боец. Вот говорят, нету героев в наше время. Вот настоящий герой нашего времени, Нощенко Андрей Александрович, который буквально недавно прибыл из зоны СВО. В преддверии Дня воздушно-десантных войск инициативу проведения соревнований поддержали ветераны ВДВ, которые присутствовали на открытии. Среди почетных гостей был и участник специальной военной операции, ветеран ВДВ Андрей Тимощенко. Он пожелал ребятам успешных стартов. Школьники разделились на команды и приняли участие в эстафетах с мячами, скакалками, обручами. Ребята смогли проявить свои умения. Спортивные азарт и желание добиться командной победы захватили участников настолько, что они просто не замечали происходящего вокруг. Задорной была и поддержка болельщиков. В конце соревнований за упорство в достижении цели, сноровку и ловкость ребята получили заслуженные награды. Для всех, кто участвовал в спортивном празднике, он стал отличной школой воспитания характера и укрепления физической формы.